Вид качает вас. Курица, сыр, ананас. Делай полный расколбас. Электрический чат. Ход солнца. И мы, что мы? Две, короче, трещотка для призывания духов. Мы с Димасиком едем на ВДНХ. Мы едем искать приключений на жопу. Да. Потому что я не знаю, как будет вот... Никто не знает. Потому что я не знаю, как будет вот Apple навигатор работать. Apple для крутых. Айфоны для крутых. У кого айфон, да, тот и, крутой. И, кстати... Я фанат айфона. Нет, не согласен. Стив Джобс тоже крутой. Кстати, вот Миша, бирмиксер из Ирпеня, тоже с нами будет, он в Ирпене посадить. Пипец, я помню, когда мы на сходе солнца ехали. Сход солнца. Сход солнца, вот. Ехали в трип. А сегодня мы едем в трип. Ё-моё. Сход солнца. 6.5 hours late. Короче, так, что куча людей вышло, мы сидим. Мы на Светошной, нам ехать еще 40 минут. Какие. Что, скорость 20 км в час, по кайфу. На Светой чай. В прямом смысле. Мам быть там задеть. Да, вон та же электричку. Узбекистана. Телеграм-канал мне прислал видео. Попросил, чтобы я их у себя на канале разместил. Значит, смотрите. Это черт, четко, очень важно. Что электричка задох. Всякие офшоры, там эти вот счета, ставки на спорт. Та самая. Чему живи тут? Фильм. Все, мы едем, короче, по навигам. Короче, мы ехали 1:30, это жопа просто. Сейчас надеваю защитку и будем кататься. Well, to 6 weeks later. Да-да. О, да! Уйди, уйди, уйди. А ну чуть-чуть совсем. Сверху вниз, либо снизу вверх. Мне кажется, снизу вверх лучше. Мне хочешь, сверху вниз давай. Ну, сверху вниз сложно. Его крыльев нет, поэтому он сюда, думаю, вряд ли наберет скорости, чтобы без крыльев прыгнуть. А, не, почти набрал. Нормально вообще, да? На расслабоне. Ну вот что это такое? Для трюка велик, да. Конечно. Короче, я прыгаю вот Пепси, вот этот Пепси. И она прям передо мной идет. То есть я ее не видел. Я прыгаю, я катаюсь в парке, она идет передо мной. Что-то. Вот, а если нормальные райдеры, что-то какая-то ситуация, я если не солнце едет сюда и все.
Йоу! Еее! Еще одна трешка, Дима, давай-давай, фильмую. Вилка уже подсогнулась. Так, что же будет дальше? Фильмую. Йоу! Капец, чоппер! 5 hours later. Наконец-то. Мы на вокзале. Все, мы успели. Сейчас я на электричку едем домой. Я устал, капец. Пас. У нас электричка еще не приехала. Осталось до нее 40 минут. Топчик в первый зайдет. Короче, электричка должна была ехать 3 минуты назад. Мы вот так вот обегли вот это, пробегли там, по щебенке. Туда поехали, короче, в конец вокзала. Гонки по вокзалу, да, тупо жестко. И приехали опять сюда. Электрички нет. Круто. Если последний так будет, то тоже вообще классно будет. Пассажиры, в конечную платформу номер 1 пробивают низкие электропоезды. Ура! Короче. Повезло, повезло. Повезло, да. Короче, Дима спросил, оказалось, что... Что наша электричка вообще была где-то с другой платформы, с другого конца. Да, и вот только что объявили. Вот, короче, она уже уехала. И вот на последняя, вот. Это наша последняя. Она тут, где мы с ней. Ого, красиво.